Экономические расчеты, тонкие бухгалтерские знания и даже высшая математика. Это далеко не все, что должен знать следователь при расследовании уголовного дела, связанного с неуплатой налогов. С 2011 года эта категория дел передана Следственному комитету России. За это время удалось вернуть в бюджет страны десятки миллиардов рублей. Мы наработали уже колоссальный опыт. Нам важно, как государство, не только возбуждать уголовные дела, но и возмещать причиненный государству вред. Новые подходы к расследованию данных уголовных дел, а также предложения по профилактике правонарушений, связанных с налогами, обсуждали на научной конференции в Московской академии Следственного комитета. Ведущие ученые в данной области рассказали о своем взгляде на проблему. С каждым годом количество и сложность налоговых уголовных дел только растет. Исследователи постоянно ищут новые подходы к работе. Следственный комитет проделал колоссальную работу, для того, чтобы упорядочить законодательство по расследованию этих преступлений. В 2017 году следователями Следственного комитета суд направили нас обвинительным заключением 969 уголовных дел. Как отметили участники конференции, налоговые преступления не всегда легко раскрываемы. Тем не менее, несмотря на все имеющиеся трудности, есть механизмы, помогающие в данной работе. В первую очередь, это взаимодействие Следственного комитета с различными структурами. Приобрели опыт работы по этой категории дел. Мы наладили оперативное взаимодействие с органами МВД, ФСБ, контролирующими организациями, органами финансового контроля, финансовой разведки. Имеем такой положительный результат. По словам ученых, на сегодняшний день отчетливо проявляется тенденция роста сокрытий налогоплательщиками прибыли, а также усиления воздействия криминального фактора на экономические отношения. Это подтверждают и цифры. Только в этом году Следственный комитет вернул в бюджет страны более 6 миллиардов рублей невыплаченных налогов.